розовое платье. Как будто к нам вышла девушка из цветочного магазина. Ткань очень тонкая, дышащая. Прекрасный наряд для лета. Молодой человек в шикарном костюме. Да. Юбка с футболкой и ветровка. Если вдруг пошел дождь, то девочка легко может накинуть эту ветровку себе на плечи. Не намокнуть. Легким движением руки брюки превращаются. Превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неудача. Что касается узнаваемости, вот идешь в туалет, в ресторан или еще где-то, заходишь в туалет, обычно очереди, ну ты заходишь, а там, ну, особенно, я же в женских не довелось с тобой, а в мужских, не знаю, я думаю, женщин поаккуратнее, а мужчины у нас, ну просто, что они о себе думают, почему? Ну что, справляют они там, все. Проблем нет, но я же выхожу, и навстречу мне идет следующий, кто зайдет. Здравствуйте, Максим Галкин, и что? Я же не могу каждому встречному подречному объяснять, вы знаете, там такое, но это не я. Я куда-то попал, вышел, и кто-то до меня. Поэтому что я делаю? Я вам клянусь, я драю все общественные сортиры, чтобы выйти из чистого туалета.